Ой-ой-ой, ребята, ой-ой-ой, как давненько ваш учитель географии не практиковал те самые уроки географии. Я имею в виду их классический, вообще классический вид, который был изначально, а именно дуэли в GeoQuestr. И мне кажется, друзья, пора после большого перерыва проверить, остались ли у меня вообще какие-то знания. Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами вновь ваш учитель географии Александр Булочкин. Добро пожаловать на GeoQuestr. И мы, конечно, замечательно то, что я там проверяю навыки свои по знаниям Питера или своей страны, но что? Что с рейтингом? Алло, что такое? Где я? Где дуэли? Подожди, Team Duels, где ста? Что такое? Это что такое? No move? Это что такое? Подожди, какой хайкинг? А можно? Подожди, что это такое? А где мой рейтинг? Пацаны, что произошло? Подожди, я вроде как бы... No move moving, no move давай. Или это что-то другое? А, рейтинг на месте. И типа только так теперь играть? А, теперь разделили типа с движениями и без движений? Ё-моё. А у меня раз 759 был? Я бы казалось, что это этот легендарный чел, который... Привет. Музыка поменялась. Чё они тут наделали? Подожди. Ну это... А то, что он француз, и мы во Франции, это нормально? А может мы не во Франции? Это Деля, вот это. Я забыл. А мы не можем двигаться, ребят. Мы реально... Ну, только крутиться можем. Франция. А может, Италия? А может быть, я вспомню, наконец-таки научу изучать, нормально отличать. Как будто это Франция. И почему мы попались против француза, и он... Ну, все, он что-то знает. Да пофиг. Ну, пусть будет... Какая музыка-то напряжена. Давай тут. Ну, какой, а? Ну, еще француз-то не узнал. Я тут... Сижу, понимаешь ли, далековато от Франции это будет. Ладно, ладно, давай играем, да. Опа! 1-1! Дружок, ну-ка. Опа, ДПС. Ха-ха-ха-ха, подожди. Это как? Подожди, а как это возможно? Или это специально так сделано? Подожди, это может такой режим? Или это или совпадение? Сейчас, подожди, я сейчас офигею. Так, Nexia. Блин, ну это либо случайность. Под Оренбургом где-нибудь. Так, подожди, я сейчас не пойму, это реально, ну... Это Франция? Я... Стоп! Мы играем! Нет, не может быть такого. Это совпадение сейчас такое было? Это не Франция. Или... Я сейчас чувствую себя нелепо, потому что я не знаю, это какой-то режим, типа, где... Я бы сказал, что это какая-нибудь Турция. Вот просто сейчас буду. Я просто понимаю, кем сейчас буду? Мы играем в режим, может быть, где нужно угадывать именно регион своей типа страны. Если это Франция сейчас будет, то я буду просто идиотом. Это было такое совпадение! Что сначала. Чего? Это насколько возможно? Я же сказал Турция. Чел, подожди, 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 французик, подожди. Ты понял? Такого совпадения не может быть. Первая катка. Франция? Это Штаты? Нет. Блин, как интересно. Подожди, что они тут как бы добавили? Ну это Штаты. Это Штаты должны быть. Ну типа какой-нибудь Кентукки, я не знаю, пусть будет. Ну не Канада, по идее. Хотя, конечно, я не увидел тут ограничение скорости. Может и Канада. Канада. А, ребят, а как это возможно? Подождите, как возможно такое? Во-первых, я сейчас офигел от того, что, во-первых, новый режим. Во-вторых, то, что совпадение такое было. Сначала Франция, потом Россия, а мы как бы тут... Так, это у нас Южная Америка. Американская тачка. Типа Мексика, наверное. Должна... Подожди, точно? Ну да, а что еще же? Если даже, кстати, не какой-нибудь... Не, ну это все-таки не, это Мексика. Я думаю, что это Мексика какой-нибудь. Не знаю, просто давай туда. Чихуахуа какой-нибудь там или... Офигеть, новый режим. Подожди, это на рейтинг... О, а рейтинг общий, да, все-таки? Фига, сколько я не заходил, оказывается, все поменяли. Ты прикинь? Это плохо. Это плохо, подожди, дружок, это плохо, подожди. Подожди, 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 давай, подожди. Аргентина, хорошо, я тебя услышал. Непривычно так с новой музыкой.
Антенка, там антенка, конечно, могло бы это все помочь, но... Ну, типа, это может... Ты понимаешь, это может быть, типа, как Россия, так и страны СНГ? Тут просто наугад. Просто наугад. Ну, я думаю, что это, типа... Ну, хорошо. Давай попробуем просто максимально... Пусть будет, не знаю, где-то здесь. А вот и нифига. Надо было туда поближе, куда-то Казахстан. Ну, подожди, ладно, я ближе. Я перестраховался. Так. Слушай, интересно, не двигаясь, прикинь, режим новый. Нет, это, подожди. Это... Польский, типа, или чешский? Словацкий? Чехословацкий, короче, блядь, где-то там. Вот это же, по-моему... Я ближе к Словакии. Это, кстати, Румыния, если что. Ну ладно. А он, кстати, Польшу подумал. Но я... Я ближе! Там просто я... Нет, разве? Ну ладно, хорошо. Ребят, напряженная херня. Прикинь, не двигаясь, играю. Первый раз официальный режим, оказывается, добавили. Я 100 лет не играл. Нет, я хотел сказать, что это... Так, смотри. Если смотреть на этот забор, почему-то у меня не складывается ощущение, что это какая-нибудь типа а-ля Латвия, Литва или Польша. И смотреть... Бля, ну нет, ну, хотя, бля, очень похоже, мне кажется. Очень похоже. Ладно, давай рискнем. Пусть будет Литва. Ой, мужик! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какое возвращение там! No move дуалист, между прочим! Прикинь, они... Я только сейчас... No move или moving? То есть ты можешь теперь и так, при этом... Пофиг, да, как бы? А, у меня типа ранг, то, что я давно не играл, видимо, он слетел у меня, мне примерно какой-то, да, а я не помню, у меня... А какой у меня был последний, ребят, напишите в комментариях, на последней серии по дуэлям, по-моему, мы были в этом... Я же пробрался в этот, мастер дивизион, нет разве? Так, друзья, теперь по старинке сыграем, двигаясь. Привет. Так. Нет, кстати, на самом деле без движений как-то это даже интересней. Так. Ну это типа у нас какая-нибудь а-ля Польша, может быть? Или что-то такое, нет? Что-то где-то там? Мне так кажется, по крайней мере, по первым. А что музыка? Где музыка старая, добрая эта? Чего они поменяли музыку-то? Вид авто. Не, пока это ничего не дает мне. Подожди, там надпись какая-то была. Ну, должно быть Польша, нет? Выру... Кирпык... Ну да, это же оно, нет? Тут как бы сразу было, по-моему, понятно. Может быть, конечно, я... Давай, ладно, попробуем. Давай попробуем, пусть это будет Польша, где-нибудь типа а-ля там... Краков, не знаю. Пусть на всякий случай. Слушай, новая музыка. Как-то напряженненько, конечно, непривычненько, могу так сказать. Полиция. Подожди, там... Литва! Литва! А я не успел дойти! Я не успел дойти до литовского! Ладно, так, хорошо. Это была ошибка, поспешил. Так, ну это у нас... Опа! Разрывчик подъехал. Насколько я правильно помню, это у нас... Сенегал же? Должен быть он. Куда я поехал? Я уже забыл карту, ты прикинь, я уже забыл карту! Сенегал. Ну типа... Пусть будет тут где-то. Ну, ничего же не поменялось со времен, пока я тут это, как бы, уроки географии не проводил. Я даже не двигаясь, кстати, это сделал, в принципе. А где еще разрывы такие жесткие? Там, причем, есть обновленные рисунки в Сенегале. Да. Ну, база. Базу надо знать, конечно. Надо знать, даже на голд-дивизионе. Так, окей. Не, слушай, мне прям даже как-то, через то, что новенькое, теперь не двигаясь, больше как-то нравится. Так. Ну, это какая-нибудь Словения, наверное. Нет, даже Швейцария, наверное, кстати. Такие аккуратненькие дома, такие пострижены, все такое, какие-то горы, смотри, как все серьезно, что-то заблюрено. А может, а это Словения? А вот если... А это Словения есть? Ой, Словения, подожди. Словения, да-да-да, Словения где-нибудь, ну, где поля, там вот это все. Интересно, он поехал в эту сторону? Просто как бы тут флаг. Не, кстати, вот я бы, наверное, все-таки передумал, подумал, что... Ух ты, какой у нас австралиец-то играет. Смотри-ка, как все знает. Ну ладно, сейчас, подожди. Сейчас, опа. Это интересно. Так, давай смотреть.
Чего? Мили? Киска? Тинав? Какая киска? Какая киска? Что за штат такой? Киска Тинав? Подожди, что за киска Тинав? Ну это... Америка же? Это же не Канада. Киска Тинав. Это же киска Тинав, блядь, что? Олд Аляска? Если мы сейчас окажемся на Аля... Это может быть так вообще? Сейчас... Блядь, я хорошо, конечно, вернулся, надо было выше брать. Охренеть, мы тут никогда не бывали, кстати. Олд Аляска, что-то там, прикинь. Что происходит? Подожди, я всего лишь чуть-чуть не играл уже. Так, Вилла Симович. Это Черногория? Или какая-нибудь... Подожди, не-не, это что такое? Какая-то элитная фигня. Смотри, там Rolls-Royce стоит. Ну вот эти какие-то, вот эти вот такие... Как это назвать-то, я даже не знаю. И хер знает, где это находится, но и... .com, вилла... Какие-то виллы, короче, подожди. А где они могут находиться-то? Виллы, виллы. Какие-то, смотри, курортные, да, такие штучки? На Porsche катаются. Я в душе не ебу, где это может быть. Плаза. Я не знаю, что это за язык. Типа, я бы подумал, что это... Может быть, Хорватия? Как будто Черногория, вот типа вот такие побережья. Или я херню сейчас делаю? Я успел чуть-чуть нырнуть сюда, но не до конца, ребят. Я так и говорю, как это такая вот хорватская темка, но вроде не до конца я был уверен, но окей. Ассоциации, друзья. Прежде всего, ассоциации. Ух ты, я уже отвык от такого. Я забыл уже все. Я уже забыл все, Я забыл все! Эквадор, спасибо. А что за Эквадор? Куита? Что-то написано. А хер знает. Ну, короче, пусть это будет Куита. Сейчас будет не Куита, а вот этот, да? То есть тут не было названия же. Ну, спасибо за Эквадор хотя бы. Но я бы, кстати, наверное, так сейчас бы сразу-то и не понял, наверное. Прям так сразу бы и не влился в тему. Да, конечно, это вот это Гуи-Гуи-Гуи. Кстати, ух ты, нифига, ровно, поровну. Так, надо как-то вот это 1800 хп сейчас до конца дожимать, и все, и это. И хочу no move, хочу без движений. Без движений эпичнее, интереснее, сложнее. Америка. Да? Должно быть. Блин, а где? Вот сейчас как бы сейчас не обосраться, либо ткнуть быстрее него, либо... Ну, Америка в любом случае, просто пойму. Ага, Америка, конце до комбио. Делюкис, блядь. Делюкис. Кариль. Эй, Куареро. Соло пара ребасар. Блядь, а где такие поля-то там? В Мексике есть такое? Как будто нету, да? Как будто я смогу ошибиться, это будет фатальная ошибка. Бля. Ух ты, блядь. Первый уровень поехал. Слушай, ну это походу все-таки Бразилия. Телаксакухилуан. Ну это просто чел просто заспаунился и ищет тачку. Как бы. Первый уровень, ну нормальная тема. Блять, Бразилия. Если это не Бразилия, то будет очень плохо. Если это Аргентина. Ёбаный брат. Ну я же сказал, что Мексика! Ну куда я полез? Ну какая Бразилия? Ну Мексика, видно же, какие-то там фи-фи-фи-фи растут. ГГ, вот именно что ГГ. Все, я расстроился. No move. Ну-ка, подожди-ка. Что-то, конечно, так. Я рейтинг в итоге, по-моему, просрал все-таки свой, да? Вот так вот, стоило немножко, друзья, всего лишь не поиграть. И вот так вот. Так, это у нас... Он из Дании? Но это не Дания, братишка. Я думаю, что это... Ну, есть французские тачки. Можем, в принципе, цепануться за это. Я думаю, что это около Бельгии где-то. Может быть и Франция. Ну, наверное, Бельгия. Наверное... Ну, давай прям вот где-то тут. Ух ты, блядь. Чего? А как ты понял, браток? Как ты понял это? Какая Словения? Как ты это узнал? Вот тебе, пожалуйста, без движения игра. Так, ладно, что дальше? Дальше у нас... Ну, это где-то тут вот а-ля у нас или СНГ что-то, вот где-то страны какие-то, да? Ну, давай. Давай, опять же, попробуем. Да, ё-моё! Ну, почему я... Ну, почему вот? Почему не Литва? Я, почему я не выбрал тогда? Хорошо, что я хотя бы поближе к странам. Надо было, блин, ближе туда, реально, к Латвии и так далее. Блять, ну что я делаю, да? Вот те уроки географии, блин. Так, ну это... Бля, тут по-любому, да, есть какой-то, вот какая-то зацепка прям, которая мне нужна. Я понимаю, что это Южная Америка.
Бля, он по номерам, скорее всего, знает, да, все. Я за какой-нибудь а-ля Боливия, Парагвай, Уругвай. Уругвай. Да ебаный, вот какая Гватемала. Ну что происходит? Не, ребят, я походу все. А все, пацанчик-то все знания растерял. Блин, ну no move, прям в этом есть кайф. В этом есть какой-то что-то новый, знаете, новый глоток воздуха. Просто вот. О, нифига себе, какой у него наряд. Привет. Привет. Так, ну что? Против тигренка играем. Вот антенка, да? Казалось бы. Казалось бы, можно сразу отвечать, но... Блять. А, ну, чё это? Где у нас эта буква есть? Типа в Чехии? Есть такая? Не, по-моему, есть С, но З нет сверху с этим. Ёбаный урод, а если это... Подожди, З сверху или... Ладно, хорошо, давай. ЧЕГО?! ЛИТВА?! Блять, какой... Ребят, все. Вот, видимо, я настолько сегодня в шоке от происходящего, от этих режимов новых, от этих возможностей, что я потерял абсолютно все свои знания, прикинь. Вот это вот знаки итальянские, блять. Вот такие маленькие какие-то, непонятные. Хотя, подожди. Да нет, это не Италия. Там что-то опять написано, а-ля, типа, как-то Словения, Словакия, вот это вот все. Ну, пусть будет где-то Чехословакия, я не знаю. Хотя, наверное, может, Венгрия, кстати. Вообще, знаки такие, как будто уменьшенные всегда. Германия. Не, я вообще потерял. Блин, ну режим. Кайф. Режим однозначно кайфовый, что-то новое. То есть, типа, я раньше там челленджи делал, а сейчас ты можешь просто играть на одинаковых... Дюр. На первый ассоциация, что это похоже, типа, по-турецки, но... А, ну да. Эзан... А тут по-любому... Эзан это какой-нибудь город, да? По-любасу. По-любасу, где вообще Турция? Эзан. Есть такой город? Эзерин... Эзерум, блять, а Эзана нет. Ну, короче, это какая-то типа а-ля часть Турции, мне кажется, вот. Ладно, давай тут. Боливия. Это реально Эзан, это город? Нет? Нет, не город, это так, блять, какое-то название. Потихонечку меня дамажут, ну, какие-то знания хоть меня радуют, что у меня присутствуют, друзья. Я думал, что совсем все потеряно, но... Не, ну, вот с No Move это Индия. Только не надо говорить, что он знает, где именно это. Это же Индия? Вроде да, по снимку. Даже нет, как будто не Индия. Или Индия. Я так отвык от этого. Я реально так долго не играл, что... Ну пусть будет Нью-Дели, хотя это, мне кажется, это низ какой-то Индии. Ага. Я и смотрю, блядь, думаю, какие-то буквы-то вообще не индийские нифига какие-то. И я просто, понимаешь, сейчас купился на качество снимка. А флаг меня не смутил, да? Еще раз. Так дело не пойдет. Я сейчас солю просто весь свой рейтинг. Привет. Я вежливый пацан. Левостороннее движение. Угу. Пацанчик-то из Англии. Сейчас Англия, да, сразу? Нет, подожди. Это Таиланд. Да? Нет. Бля, что это? Подожди, что это? Почему? Что это такое? Подожди. Малайзия? Там написано третья дорога. Есть в Малайзии такое? Подожди. Ай, блядь. Да. Похож знак? Нихуя не похож, на самом деле. Ну не Сингапур же это. Третья, видишь, там в каком-то шестиугольнике эта дорога. Шестиугольники, дорога. Подожди, а если здесь? Они шестиугольники. Три. Просто третья дорога. Так, Таиланд. Ну, это не похоже. Там не должно быть там было по-другому все указано. Так, подожди, Таиланд. Сань, блядь, не теряйся, подожди. Таиланд где? Таиланд, шестер... Треть... Нет. Третья. Видишь, она в шестиугольнике, дорога. Дорога 3. Ну, похоже больше всего на Малайзию. А может это есть? Это есть, блядь, по-моему, это и был шестиугольник-то. Это был шестиугольник. Просто он здесь какой-то растянутый, а там он более квадрат. Как это назвать, я не знаю. Так, ладно, ну хорошо.
Хорошо, хорошо, это еще не конец. Ух ты, бля, какой асфальт. Но это Норвегия. Нет, даже Швеция, я бы сказал. Это Швеция же. Или Норвегия. Ёбушки-воробушки, как я вообще... Фартхиндер. Кёрсакта лакандебарн. Швеция. Ну, что-то там, короче. Может быть, Дания, я не знаю. Ну, ладно, я за Швецию. Давай какой-нибудь Готенбург, я не знаю, где-то там. Вариантов особо нет. Почти. Почти, ну хоть угадал страну по домикам. Так, пока, друзья, пока поровну примерно. Примерно поровну. Там, по-моему, прямая подсказка должна быть сейчас на этом грузовике. Ро, Румыния. Осталось понять, какая часть, да? Ну давай. Давай где-нибудь просто около, вот, я не знаю. Ну тут типа как-то угадай. Сейчас будет вот здесь, смотри. Сейчас будет какая-нибудь ключи на полца. Вот это вот. Да? Он же прочитает, что .ру. Хотя, может быть, он перевозит, не факт, что это Румыния. Ну, по крайней мере, чуточку шанс больше, нет? А мы с ним, между прочим, одинаково мыслим. Ну да, а чё? А почему, собственно говоря, и нет? Вот так вот решили примерно в одну точку поставить. Так. Южная Америка, Южная Америка, Южная Америка. Это... Ну вот почему нет тут Эквадор, надписи какой-нибудь? Ну это Мексика. Машины. Американские. Почему я тогда насчет Мексики ошиб? Ну, короче, это где-то прям вот Чихуахуа какая-то. Должна быть. Если даже еще и не ближе к границе. А, я тебя услышал. То есть, когда я выбираю Бразилию, это Мексика. Когда я выбираю Мексику, это Бразилия. Окей, окей, окей. Все, услышал, услышал. Услышал. Просто кому-то надо играть почаще, а не вот так вот, раз в полгода. Ну, типа, первое, что мне хочется сказать, это типа Канада. Десятый Саус. Видишь, как... Подожди, там такие указатели? Ну, вообще, да. Да, десятый надо найти. Сороковой. 21-й, 11-й. 11-й. Бля, где десятая дорога-то, ёбушки? Где-то вот тут вот должно быть. 83-я. Ай, блядь. Ты где-то... 13-е. Бля, как они пронумерованы, я нихуя не понимаю. Это левая часть, я же надеюсь, да? Хотя тут 12-е, блядь, есть. Вот, а, 10-е. Я еще живу. Есть ли вероятность камбэка с 15 хп? Мне просто вот просто интересно. Просто интересно. Задаю сам себе вопрос. Швейцария. Не, не факт на самом деле. Но вообще, наверное, да. Должно же быть оно. Швейцария, Австрия, где-то там. Ну, давай попробуем Швейцария. Сейчас, если сейчас будет Словакия, Словения. Не, не должно быть. Может быть, Австрия, конечно. Но это вот прям тут, вот. Он ближе, да? Да. Он ближе. Потому что это Австрия, кстати. Все-таки, а не Швейцария. Так, подождите, подождите, подождите. Я хочу финалочку сыграть. Я хочу финалочку, так дело не пойдет. Ну, ребят, походу, понимаете, все знания пошли куда-то. Не знаю почему, но когда ты no move, типа, когда, ну, не двигаешься, как будто хочется торопиться. Я не понимаю, как это работает. Когда ты, типа, так изучаешься, ты понимаешь, что... Паре... Алемпара. Алемпара, причем еще это не конец. Сантьяго, как обычно, везде Сантьяго у них. Дорогие друзья, я, конечно, понимаю все, но не понимаю... Нет, ладно, хорошо, я там все равно проиграл. Ладно, спасибо моему компьютеру за то, что эта катка завершилась еще быстрее, чем могла завершиться, но, тем не менее, друзья, короче, я просрал ту игру. Я еще, походу, просру просто свой... Кстати, я прошел этот 5 игр из 5, он засчитал, типа, что у меня пройдено, но от этого легче, конечно, не стало. Я не знаю, почему я начинаю спешить, реально. Так, левостороннее движение. Все, Сань, думай, ну ты чё, ты где вообще? Санек, ты же раньше... Ну это типа... Так, подожди, вот он, прямоугольничек опять. А там не видно, да, какая дорога? Ну, короче, это Малайзия. Но по этому я думаю... А почему тут что-то написано не на этом? Да, меня смущает, подожди. Должна быть Малайзия. Ну давай, 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 сила рандома, сила рандома. Я надеюсь, что это все-таки как бы я тут это самое более-менее типа а-ля тут где-то.
Почти. Почти. Можно мне выиграть, пожалуйста? Мне уже реально стыдно. Я все, походу, ребят, какой учитель географии? Все. Мне учителю географии запрещено теперь двигаться вообще в пространстве и все. Я бы назвал это что-то типа Испании. И, наверное... Ах ты, Португалия. Так, подожди, может тут есть название... Название чего? Чего именно-то Португалия? Ну тут ладно, давай. Я думаю, что он тоже, конечно же, увидел. Пусть будет около Лиссабона. Конечно, он ближе, естественно. А почему нет-то? Почему нет? Ну, конечно, Саня будет где-то сзади. Саня будет где-то сзади сейчас опять находиться. Так, мне нужно нанести какой-то вот прям такой хороший удар по его ХП. Южная Америка, Аргентина. Стены подсказывают, цвета, видите какие? По-любому. Аргентина, машина, похоже. Все, Аргентина, Кордоба. Блять, на самом деле нифига, мне не нравится, что там как будто все песчаное. Горы еще, не-не-не, ладно. Давай, если без шуток, то я бы больше за какой-нибудь а-ля Чили. Даже Боливия уж куда ни шло. Сегодня у меня просто, ну, Мексика не хочет угадываться, я серьезно говорю. Она просто, тут, я говорю, прячется от меня и все. Опа. Я же надеюсь, там новых снимков не... Если он знает, это нечестно. Ну не надо так, не надо. Я должен знать это и все. Больше, надеюсь, никто этого не знает. Все. Рванда, черный пикап. Черный пикап, это Рванда. Ну сейчас, пожалуйста, смотря насколько ошибется. Потому что он может... Если только Кению выберет, тогда он будет близок. Но больше же не завезли новых снимков. Не должно... Какой Мадагаскар, дружище, какой Мадагаскар, Рванда! Ой, всему учить надо, ладно. Ладно, ничего, прощаем соперника. Опа, а вот и Англия подъехала. Ну что ж, футас. Это что там, поиграть в футбольчик, потом поиграть в гольфец? Пусть это будет где-нибудь около, знаете ли, начастую так вот. Да около Лондона, в сторону Оксфорда, конечно, все отучиться. Почти. Так, надо, на, не, я должен это выигрывать, в любом случае. Я должен это как-то выигрывать. Ух ты. Это где-то чилийские какие... Нет, не чилийские, какие чилийские. Это у нас... Да, опасненько, поезд там так-то идет. Репорт проблем. Нет, репорт проблем пока не будем делать. Анаконда. Какая нахрен анаконда, блядь? Понятия не имею. Штат анаконда? Новый какой-то появился, что ли, пока я спал? Блядь, какая анаконда? Я не понимаю. Какая анаконда? Причем, подожди, я до конца... Как будто это, типа, знаешь, вот какая-то северная Дакота. По ощущениям. Ну, я, кстати, был... Ладно, не то чтобы близок. Да, блядь, я сейчас проиграю, реально. Я сейчас реально проиграю. Я сейчас проиграю, ребят. Тихо, настрой нужен. Нужен настрой на выигрыш. Настрой на выигрыш, что? Индия? Ну, это Индия. Это Индия. Я думаю, что это низ Индии. Я надеюсь, что я сейчас буду прав. Где-то вот тут вот, а-ля. Даже, может быть, ниже, но не буду рисковать лучше. Но это точно не Нью-Дели. Это где-то вот какие-то тут... Да ну нафиг. Бангладеш. Не признал. И мы победили! Ура! Ура! Я думал, все, это... Я думал, друзья, успехом здесь не будет пахнуть, но все-таки немножечко успеха я сегодня сам себе завез. Я удивлен, потому что я не знал реально, что добавили как бы теперь разделение. А что такое Ричма? Мастер дивизиону какой-то еще режим доступен? Ребята, напишите, а что такое НМПЗ? Может, это типа и не двигаться, и не... Это, то есть, типа статичный кадр? Блин, у меня теперь есть стимул в мастер дивизион попасть. Сказал чел, который слил половину сейчас рейтинга своего. Ребят, кто за то, чтобы уроки географии вернулись на постоянку? Кто за то, чтобы я сделал все возможное, чтобы дойти до мастер дивизиона? Я должен посмотреть, что такое НМПЗ. Друзья, оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.